Всем привет! Ну что, у нас наступила зима наконец-то настоящая. И понедельник. А понедельник, как известно, день тяжелый. Поэтому больше одного видео сегодня вряд ли удастся записать. Ну, и это видео будет весьма интересно. Потому что у нас TapTap Heroes. И сегодня будем открывать с вами сундуки. Смотреть, что в них упадет. И хочу вас еще обрадовать. У меня есть очень интересный герой. Угадайте, кого словил я. Не под запись, естественно. Пишите, может, кто угадает. А я его вам сейчас непосредственно и покажу. А выпал мне господин Детлов. Вот он у меня. Один есть. Нужен еще второй. И будем возносить аж до 10 звезд. Все у нас есть. Ингредиенты есть. Скины даже есть. Возможность купить. Так что будем его возносить. Здесь машина желаний у нас сегодня по-любому будет. Вот. Ну, чтобы не откладывать, предлагаю начать с машины желаний. Сейчас везде все получим, пробьем. Золотишко, бриллианты заработаем. 200-й халява относительная. Его там сейчас добьют. Халявный ключ. Почему хочу начать именно с машины? Потому что здесь выпадают и жезлы, и ключи. Жезлы нам понадобятся в снеговике, чтобы здесь пройти и открыть. А ключи непосредственно для того, чтобы призвать на сундуки ивент. Поэтому оптимальным считаю начать с машины желаний. Ну, давайте десяточку сразу полетела. О, ключики бесплатные. Спины. В принципе, здесь из самого, наверное, прикольного, как и всегда, это вот этот алмазный ключ и 10 бесплатных прокрутов. Вот. Ну, 5 сфер тоже ничего за бесплатный-то. Чудо-сферы нам нужны. Давайте еще x10. Благо у нас денег завались. Мы сейчас с вами жезлов накрутим. Вот, еще бесплатные выпали. Давайте их долбанем. Раз. Кстати, хорошо, что ключи падают. Потому что они мне очень сильно нужны. Заодно посмотрим процент, сколько надо, чтобы что-то выкрутить интересное. Давайте еще раз даром. Жалко, видите, нету здесь какой-то шкалы, что за определенное количество прокрутов мы получаем какую-нибудь награду. Ну, типа задание. Давайте сюда скинем сейчас. Получим вот эти вот благословения богини. Используется в клетке пустоты, воскрешает всех погибших героев. Ну, мне как раз этого и не хватает. Давайте добьем уж тогда. Сейчас получим здесь сначала награду. Добьем в плане жезлов. То есть покрутим сейчас. Накрутим их еще. Ну, заодно ключи. Что-то одни ключи падают.
Ну вот жезлы упали. Два прокрута. 300 жезлов бы, конечно, было бы очень спело. Видите, преимущественно падает либо один ключ, либо бесплатная вот эта канитель. 100 ключей я, помните, ловил один раз. Я имею в виду 100 серых ключей. То есть была у меня такая история, когда я словил. И был тому очень рад. Я уже думал, сейчас алмазный ключ опять выпадет. Очень уж близко всегда подходит. И тонко. Так, ну что, снеговик, добиваем тебя. 1200. А нужно 1400. Еще, значит, крутим. 2500. О, хватит уже, все, жезлов хватит. Ну, давайте заодно ключиков. О, десятка прилетела, видели? Вон X10 прилетела. И, наверное, последний прокрут. И мы жезлы заработали. Все, больше нечего здесь добывать. Мы можем, в принципе, за одну звезду, а у нас недостаточно осколков, потом открыть вот этот последний. И за 3000 мы можем открыть подарок ледяного фестиваля. Но это мы попозже сделаем. Давайте, значит, что у нас в сундуке? Ну, думаю, X80 мы сейчас сделаем. Тем более место есть. Сейчас в алтаре чуть почистим. Ага. На двадцатку мне хватит. Поехали. Первая двадцатка. Ну, сначала десятка, потом, естественно, еще десятка. Так скажем, первая двадцатка полетела. Пока что-то тишина, нету никаких интересных у нас героев. Я думаю, что мы сейчас сделаем людоедом. Мне так что-то кажется. Людоедом. Людоед такой прикольный персонаж. Еще десяточка пошла. Итого будет тридцатка. Может быть, сегодня мы зацепим нового героя. Кто знает. Так. Ну, давайте вот так. Орквоин. Тоже нужный такой персонаж. Параллельно прикупить надо билет Фарины, чтобы сделать красивые наши ставки. И вот на четвертом десятке выпал тыквоголовый. Тыквоголовый неплохой персонаж. А вот. Чего у нас там за X40? А, ну промежуточные награды тоже соберем. В чудо-дереве у нас сколько уже? Почти что 200 призывов. То есть весьма-весьма недурно. Это нас не может не радовать. Так, давайте-ка фиолетовых загоним сюда. Сюда фиолетовых. Поехала еще десяточка. Смотрите, еще выпадает пятерка. Кстати, Лексар. То есть понеслось, понеслось. Пятерки стали выпадать. Здесь еще пятерочка сейчас сверху. Коп. Кто у нас? Древний.
Ну, неплохо. Неплохо. Древние это хорошо. Архангела сделали. И пошла еще десятка. Прям такая спелая чувствуется. С троечками, с четверочками. Здесь мы забираем награду. Это у нас что было? Набрано необходимое количество. Ага, 50 фрагментов нам выпало. Это мы прошли с вами ивент. Ивент полностью пройден, судя по всему. Сейчас, подождите, глянем. Это вот этот ивент, 400 часов, который идет. А, нет, не полностью. Последний это ключ. 2800 набили. 3300 надо максимально. Ну, что я могу сказать? Неплохо. Давайте сейчас брюли с него упадут. Алмазики, точнее. Если упадут, то я сейчас пойду за 3000 куплю. Да, 200 выпало. Идем покупать. И вот мы получаем какую награду. Камень Феникса. 10 наборов пробуждения. Один какой-то увлекательный таинственный сундук с сокровищами. 200 жезлов, которые нафиг уже не нужны. И так далее. Собираем. Вот это вот, кстати, звезда. Она нужна для пробуждения 10-звездочного. То есть, когда у вас там уже подходит персонаж к высокому рангу, надо его уже повышать с помощью вот этой звезды. Я, к сожалению... Что, 20 ключей да тут реально? Ну, ребята, если это так... Смотрите-ка, 20 ключей дали. Тоже вот этот момент отметьте для себя, что промокод есть. Промокод. Промокод, промокод. То есть, когда мы 10-звездочную синтезируем, то нам нужен вот этот момент. Так, еще 16 надо призывов сделать. Всех зеленых сюда, на раскол. 16. Вот, смотрите, кто выпал. Ализара. Ализара. Это, конечно, интересно. Я быстро случайно крутанул. Нету здесь пятерок. И получаем награду еще 10 этих наборов пробуждения. Они нам нужны для того, чтобы нам все-таки уже кого-то выкачить на, так скажем, более, что ли, солидный, красивый уровень. Вот, назовем это так. Все, герои получены, миссии потихоньку выполняются в плане ключей. Здесь мы с вами фестиваль весь прошли. Машину больше смысла я не вижу крутить. Припасем денег на будущее. Откроем артефакт. Ну, такой традиционный артефакт. Ну и давайте откроем сундук. Напоследок выпала одна сфера. Вот. Ну, смотрите, у меня есть осколки желтого скина. Мы его потом на Детлав, когда качнем, применим на Детлаву. И есть вот такие алмазные ключи в количестве 8 штук. Я думаю, что когда-нибудь мы их тоже призовем. Здесь смотрите, какие шансы. Значит, когда у нас будет вот этот через 4 круга сундук магов, где и Детлаф есть, и есть Фрея, вот, и даже Лори Лей, то есть смотрите, сколько шансов. Вот мы обязательно крутанем.
То есть не забываем. Через 4 круга это 4 дня. А на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Качественное, думаю, видео получилось. Вам понравилось. С хорошим звуком, без всяких фонов, там, шума машин, улицы и так далее. Все, наслаждайтесь. А я пошел работать. Пока-пока.